Ярким солнцем, гроздями разноцветных шаров и радостными детскими голосами микрорайон Алексеевский встречал гостей. Праздник начался с веселой анимационной программы для детей. Мальчишки и девчонки с удовольствием бегали, прыгали и танцевали на площадке. Каждый гость, большой и маленький, смог найти для себя много интересного. Аквагрим, выставки картин, декоративно-прикладное творчество. А для любителей чтения была проведена акция «Библиотека в подарок». Больше всего мне понравились аниматоры и рисунки детей. Каждый день мне очень нравится на их площадке, что тут очень добрые люди и очень чисто. Тем временем на сцене появились хореографические и вокальные коллективы города и микрорайона, которые зарядили своей энергией. Призы, подарки и угощения получил каждый гость праздника. Самое главное – это здоровье, счастье, исполнение всех желаний. И пускай наш Алексеевский округ всегда будет светлым, чистым и, самое главное, радостным и счастливым. Большое внимание 72-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Участник боев на Ленинградском фронте, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Коломойцев помнит, как фашисты свирепствовали на русской земле. С каждым годом микрорайон Алексеевский становится все больше и краше, но одно остается неизменным – это любовь к своему микрорайону и городу.